что, ребяточки, собственно, доброе утро. Потихонечку выдвигаюсь. Короче, столкнулся с такой темой, что нужно сделать свои превьюшки. Вот сегодня, наверное, заморочусь, сделаю. Убрал все превьюшки, которые у меня были на ПК. Со всех этих плейлистов. Ну и также буду играть четверки. Народу гнать всего. Что, собственно, пока ехал в метро, до Таганки не работал Wi-Fi почему-то в метро. Но я сделал влог. Смонтировал, как бы. И уже от Таганки я начал заливать. Залил даже. Это самый быстрый выложенный влог за последнее время. Что хочу сказать. Мне кажется, мне от кондеич продувает. Мне не то, что там сильно продувает, просто нос вот закладывает. Хотя, может, перепад этих, то жара, то дождь. Ну, тут еще непонятно, потому что я вчера делал выпускач. Из носа убирал, чтобы не торчало. Так, ну что ж, ребят, сегодня предстоит мне сделать превьюшки. Я думаю, вообще просто с телефона сфоткаться. Какая разница. Подхожу, собственно, к работе. Успею попить кофе. С огромным удовольствием. Да, надо будет заново скачать программы две. Одна программа, которая удаляет фон. Я что-то не могу понять, как сделать скрин. Мне надо сделать скрин. Ну, сейчас попробую с эфиров просто взять. А мне нужно сделать скриншот на ПК. Я пробу удалил эту для скриншотов с ПК. И что-то не нажимает. Там можно было поскринить, и тогда точно бы уникальные превью были. Потому что, ну, как бы это ничего не дало. Вот я выложил, да, не набрали. То есть без превью ничего не набрало. Как делаю, блядь. Голуби. По поводу сценария, так сказать, не даже не сценария, а сюжета для видео. То есть я вчера только записывал, но смотрю, типа, гайд там про Twitch, там чувак рассказывает, как набирает, ну и типа, на какие темы снимает, он снимал там 5-6 лет назад, и до сих пор это все работает, типа по игре. Ну там, алло, ну, а-ля, вышло обновление, ты его обозреваешь. Я просто еду в метро, не успел обновление выйти, уже чувак там по доте, которого 430 тысяч там подписчиков, он уже делает этот обзор нового патча. И они все так гонят трафик. То есть это самый бесплатный трафик, который есть. Выходит обновление, раз ты делаешь видос про это обновление. Потом, если, допустим, либо гайд на настройки игры, гайд на звук, потом тут гайд по герою. И вот так, в принципе, вообще во всех, во всем контенте с играми. То есть ничего нового там не придумано. Вот там есть 4-5 позиций, если я даже выписывал. И так всегда делают. Это вечная рабочая схема. И я такой, вместо того, что там пробовать эти бабочек там, ну, блин, бесполезная, мне кажется, тема. Лучше подсниму гайды, попробую. Ну вот шорцами, кстати, я много вчера сделал. Он раз-раз и один прям хорошо поднабрал. Ну тут больше делаешь, потом возникает понимание, как бы. Так, ну что, пока шел, сделал пару фоток для превью. Сейчас надо скачать программу для удаления фона. Ну и фон тоже. Ну, фон можно поскринить, на самом деле, с этих, с эфиров. Заморачиваться-то надо заморачиваться по полной. Опять же, скрины с эфиров могут определять видео. То есть лучше, конечно, скрины, мне кажется, делать именно в ПК. Они и качественнее будут, уникальнее. Очень интересно, сейчас я еще почекаю эту всю историю. Хотя, по идее, если это взято из многих-многих источников, он все равно становится уникальным. То есть, когда ты его делал, фотографию. А когда ты просто скачал тупо. То есть, если какие-то фрагменты ты скачал, ничего страшного, по идее.
А если ты... Ну, потому что они все скачут. Невозможно как бы найти. Хотя хз, может, их скринами делают. Интересная тема. Не видел, что про это говорили в утре. Есть время, собственно, сделать превьюшки. С утра нету записи сегодня. Попозже чутка. Блин, шикарно, я сделаю превью. Так, ну что, собственно, я нашел программу, которая удаляет фон. И, собственно, я нашел, скорее всего, для превью программу. PixArt, как-то так называется. Короче, это от Кандея, но заложен, потому что у меня у коллеги тоже. Насколько я понимаю. На улице прям душно, печет. А там Кандей. И вот перепад температур, то, что я говорю, что прям по венам чувствуется, как бурлит, потому что перепад температуры с холодным в горячий. Или просто, когда кипяток, жарко, плавит. Как он еще, алкаши сидят на лавочках. Типа, я офигею. Такую жару еще и пить, просто дуреют. Дохнут, наверное. Ну, хотя тут на каждом районе скорая прям стоит. Возле парков и прочее. Ну, по-моему, это тильт полнейший. Ну, собственно, взял я одно яблоко себе захотелось. Ну, конечно, оно стоит целое состояние. 19,90 мне обошлось. Яблоки сезона 98 рублей килограмм. Это самые вот недорогие, которые существуют. И 19,90 одно это яблоко стоит. Вроде она нормальная. Колбасы, хлеба. Хлеба побольше в этот раз сделал. Сделал пару фоток для превьюшек. В принципе, уже две фотки отделил от фона. Сейчас еще одну отделю. В целом, все отлично. Успел попить кофе с утра. Подстриг. Комплекс стрижка борода. Фух, жарко тут. Расклеились мои рабочие кроссовки. Но у меня еще есть две пары. Другие, правда. Вот жду, когда эти расклеятся. Может, клей, если найду, что-то не могу найти. Словно где-то был, видно, закончился. Сразу их выкину и принесу другие синие. Буду в синих работать. Но пока как бы не отваливается. В целом можно. Ходить можно пару, ну, тут, по салону. Все равно они волосами прям убиваются, любые кроссовки, это вообще жесть. Это будем завтракать, это уже очень хочется кушать. Я поздно ел, где-то часов 7 вчера. Надо покушать нормально, а все-таки рабочий день у меня долго, плюс я еще стримлю где-то 2:20-2:30 лег. Вкуснятина, посмотрите. Я смотрю сейчас гайд по шаману, изучаю аналитику ошибок и кушаем. Только есть промежуток времени больше. Время 12:40, собственно. Еще 200 рублей чай получил. Шикарно. Надо будет заняться уже превьюшками. На все каналы закинул видео. Все good. Настроение отличное. Покушал. Вот чуть-чуть на вечер осталось. Немного. Все в целом отлично. Смотрю канал «Аналитика ошибок». И там сегодня услышал, что одно видео, один выпуск, они переписывают, бывает, 4 раза. То есть часовой выпуск, как они смотрят игру и обсуждают, что сделал проигрок, они переписывают 4 раза. Я хочу все и сразу с одного дубля, чтобы у меня было все еще без монтажа. То есть это же вообще люди. Прикиньте, 4 раза. То есть фактически они 4 часа тратят на один ролик. Ну, грубо говоря, да. Понятно, что это не каждый раз там. Бывает со второго, с первого, но про то, что вот ты снял материал, ты его отсматриваешь. И вот то, что касается блога, это, конечно, имба. И чем больше ты его отсмотрел, тем лучше и лучше ты доносишь информацию и качественнее у тебя контент получается. Поэтому я безумно рад, так сказать, с моими усилиями. У меня просто вот есть регулярность, да, как дисциплина, вот она мне помогает. А так, в плане качества контента, я вот тоже, когда задумался, вот если бы я жил один, там, чтобы это все снимал, я мог просто прокрастинировать, да, и не использовать локацию. Поэтому мне нравится, что я вот когда-то иду на работу, там на работе свободное время, я могу и монтажом заняться, да, какими-то такими вещами, творчеством, то есть не просто. А вот дисциплинировать себя даже дома, там,
потому что нужна и игра, и творчество, и закинуть шорты сложнее. Так что тут нужно прям по расписанию действовать. Ну, а если по расписанию действовать и в выходные, то, представляете, это у вас просто всегда работа 24 на 7. Так что я люблю вот ходить на работу и в свободное время делать монтаж, там шорты выбирать, раскидывать видео и прочее. Хватает, чтобы мемы, но, возможно, будут ребята потом в дальнейшем, которые будут делать мемы, кидать предложку там ВКонтакте, либо просто в телегу кидать мемы, я буду выкладывать в том же ВКонтакте. Это было прикольно, мемы со мной, это круто. Ну, просто подставлять мое лицо и мем. Очки, собственно, я сделал превью, 4 штучки, поставил на канал, ну, прикольно, и на стрим, хотя бы они свои, самобытные. Сейчас еще подделаю там. Вспомнил, я уже давно не делал превью. Для блогов перестал делать, слишком она массово, да и как-то забил, но типа нет смысла. А для этого по фану можно. Для блогов просто я каждый день делаю видос. Мне кажется, бессмысленно. Я, собственно, все это сделал, смотрю уже подписки в телегу. Плюс 2 подписчика, раз. Хз. Ну, мое дело продолжать. В целом процесс вот с превьюшкой мне понравился. А так чилю. Главное, на сегодня задача сделана. Сейчас поем, у меня там колбаса, хлеб. Нормально. Потихонечку, короче, двигаемся. Вот музыку еще подставлять. Ну, попробую. Конечно, вот... уровень, так сказать, видосов, шортсов, того же Дэнди, как динамика монтажа. Но это небо и земля. Конечно, интересно весьма. Еще у кого-то я видел, очень динамично сделано. Динамично и классно. Посмотрим, со временем прокачаюсь в этом. Не все сразу, как говорится. Главное, процесс и само вот это вот, ну, что мне нравится. А по поводу контента, да, да, буду лучшие катки выкидывать на основной, а остальные катки просто на дополнительные. Как раз на дополнительных тоже нужен контент, так или иначе, чтобы выкидывать, закидывать ролики. Лучше реже. Так, по оформлению и прочему мне все нравится. Можно фон исправить, подделать, но вот думаю, просто расписание поставить на фон. Может, это полезно будет, ну, типа, более значимая информация, чем просто Steam. Steam как бы, ну, толку нет, тем более в телеге указан Steam. Вы пью чай, собственно, сделал еще парочку превьюшек. 7 или 8 превьюх есть. Но они простые пока, но уже свои и аутентичные. За окном у нас дождь, на самом деле. Голуби. И я смотрю одного дота-стримера, как он вообще начинал, как он к этому всему приходил. Это интересно. Но у него 70 тысяч подписчиков. И там из ТикТока, походу, ты из Беларуси. Мужик. Ну, кстати, ему 32 года. Сам как процесс достаточно интересный. Так, дождик. Очки, уже полдня, собственно, позади. Скоро домой идти играть в дотку. Блин, поесть бы что-нибудь надо, конечно. Не мешало бы. А у меня, по-моему, все уже закончилось, только хлеб остался. Будет дождь. Блин, раньше, конечно, я хотел мотоцикл, а сейчас такой смотришь, блин. Ну, как-то скептически относишься. Особенно мало это вот, ну, один боец, как бы. Понятно, что это дело случая, т.д. и т.п. Разбился. Просто, то есть, ехал, попал в слепую зону, его сбило, он потерял ноги, как бы. Или одну ногу. Все, что у него было, причем у него было, как бы, и слава, и вот это все. Типа, этот мотоцикл, деньги, все потерял, это ему еще помогали, причем другая организация.
Причем молодой парень, там 22 года, просто вот ехал в магазин, типа, зачем-то попал в слепую зону, как бы под этот, под какую-то машину, и все. То есть не гонял, ничего такого. Опасная эта вещь. Хотя я раньше всю жизнь, с детства хотел себе и мечтал. Типа, просто было вот это а-ля, да что живем один раз. Но так, когда у человека есть все, и он, ну, как бы, воле случая, раз, все просто потерял. Ну, не сдается, он без ноги, представляете, 22 года, парни. Прикован к постели пока. Ну, это же жесть. Вот, и смотришь на мотоки, и такой, стоит ли она того, не очень. Захотелось есть. Собственно, у меня был геркулес и яблоко я не доел, которое купил сегодня за 19 рублей. Залью это все кипятком. И поедим. Поедим и поглядим как раз. Вот так. И у меня есть еще хлеб. Длился промежуток времени, собственно. Я сейчас поем немножко каши. Раз такая есть возможность. И чай. И чайку попьем. Ребяточки, всех подстриг. Вот и конец дня. Шикарно. Даже, но сегодня чуть-чуть позже. Потому что поздний клиент, но... В целом не сильно поздно. А так идешь в футболке, даже прохладно. Ну хотя все в футболке. Может, я уже привык просто. В салоне не выходил особо, только днем. Каша, кстати, зашла вот сегодня. Прям нормально я вечером поел кашу с яблоком. Это было прям супер. А так... Что-то задумываюсь по поводу доты, по поводу... Мне кажется, я слишком заморачиваюсь, надо легче относиться. Надо просто, ну, как бы стримить, записывать видео в кайф, в удовольствие. Не больше. Понятное дело, что я не обгоню там людей, которые всю жизнь этим занимаются. Да и цели такой не должно быть. А то я, в принципе, гонюсь вот за этой сигнатуркой там и прочее, типа... Чтобы какой-то герой там, ну, у меня хорошо получалось. Ну, на самом деле, с пониманием общим появляется и понимание каждого. То есть, что, как. Тем более, всегда меняется метод. Я вот лучше буду просто изучать, да, пока вот этого чувака-травомана, который показывает, что и как подбирает, что контрапикает. Ну, типа, суть, да, основу. Я буду его смотреть, потому что он рассказывает подробно. Это целые шахматы, на самом деле. На логику и прочее. Постепенно выкладывать видео. А по поводу там каких-то раскруток и прочее. Я сегодня смотрел чувака. Что-то там папа Доты или что-то. И Женя играет в Доту. Такой смешной канал. И, короче, он рассказывал, говорит, типа, если вы новички, ни в коем случае не тратите деньги на рекламу каким-то блогерам. И сам он не рекламит блогеров, но других стримеров и прочее. Он говорит, самое верное, это просто в долгую снимать интересные короткие видео, шортс там и прочее. Но он, походу, в Беларуси живет, я что-то не могу понять. Но он шел вот даже к такому онлайн там. У него 70 тысяч на канале, 5 лет, 5 или 6 лет, онлайн там 60 человек, 60-70 человек. И он начал заниматься только этим. Типа ушел с работы и занимался этим. Но это тоже работа, как оказалось, он говорит, что там он просыпается, а потом снимает шорты, потом стрим. Стримит мало, но продуктивно держать. У него даже такой же микрофон, как у меня. Не суть, просто я к ответу на вопрос, вот, типа, вот этой счастливой таблетки нет. И тоже видел диджея Мэга. Он сказал очень классную вещь. Это мне кентуха Серега скинул. Ему привет, если он смотрит. Вряд ли он смотрит. Но скинул такую штуку, что типа главное кайфовать от того, что делаешь, а не делать, чтобы получить какой-то бонус.
типа, а что ты делал, что ты за это там рассчитывал на что-то, типа, сколько ты заработаешь и прочее, почему ты, типа, диджеил там 20 лет, или там был где-то в каком-то фестивале. Он говорит, да я просто кайфовал. Я кайфовал, занимался тем, что мне нравится. И, наверное, вот это самый парадокс, чисто цыганская тема. То есть они обесценивают именно процесс весь. В принципе, а люди уже думают, что бы они ни делали. Стрижки там, не стрижки, блогинг. Короче, конечно, а-ля конечный результат не вот этот, который вы, чем вы занимаетесь, а именно деньги. Типа, а это все обесценивает. Типа бонусы за это. Не то, что вы там круто там танцуете, вам нравится сам танец или там сам процесс стрижки, а именно денег. Или там блогинг. Не процесс блогинга, да, а какой контракт вы продадите, сколько вы заработаете с видео. Ну, то есть это такое себе. И тут басня такова, что важно получить удовольствие. И поэтому не надо искать даже какую-то там сигнатурку, свою, что-то там лучшего героя, или там гнать вперед паровоза, что будешь прокачиваться, надо просто это делать. Это делать в удовольствие и все. И не думать, что будет впереди там, или что это, какие-то бонусы вы получите, потому что это все достаточно глупо. Реально, если просто каждый человек будет каждый шаг думать, что а вот это ради чего-то, но это будет очень меркантильно, и, ну, ничего, в принципе, никто не будет делать. Потому что многие вещи проходят просто так, просто для души, потому что так люди видят философию какая-то и прочее. Это как бы деньги созданы нами, а не мы живем ради денег, и все, типа, ради денег. Мы просто создали, чтобы облегчить себе жизнь. А не наоборот. Ну вот люди как-то это забывают. Девочки, я жутко вспотела в метро. Народу было битком. Заметил, что у меня есть немного жир. Так сильно я худой. Не знаю, это от хлеба, скорее всего, от хлеба. Девочки, пора спать. Казалось, ребята нормально здесь. Мы вместе играли. Спасибо за скин, Вовчик, если смотришь. Спасибо. Так, все, я спать ложусь. 2:17.